Добрый день, уважаемые болельщики. Приветствуем вас на стадионе на Флотской в этот весенний по статусу, но все-таки не до конца весенний по духу день. Снежок у нас и опять похолодало немножко. Вчера вечером заморозки опять в Москве случились. Ночью было холодно. Утром сегодня было достаточно солнечно и почти тепло, но вот сейчас ближе к вечеру опять начинает холодать, и снежок пошел. Но не думаю, что помешает это командам показать футбол. А футбол мы ожидаем очень хороший и интересный. Я всех вас поздравляю с тем, что вернулись к нам Еврокубки. Возвращаются Еврокубки, и сегодня мы посмотрим вместе с вами матч 1/8 финала Кубка ЛФЛ, первый матч 1/8 финала Кубка ЛФЛ, в котором ЦДК примет Пивдом и Ко, команды Северной и Северо-Восточной лиги, ну и, в общем-то, флагманы этих самых лиг, одни из сильнейших и самых ярких команд ЦДК. Действующий чемпион Северной лиги, обладатель Кубка, но что самое главное, обладатель Кубка ЛФЛ, то есть вот этого самого трофея, за который сейчас в плей-офф вступают в борьбу команды. Пивдом и Ко — вторая команда Северо-Восточной лиги по итогам прошлого сезона и лидер сезона нынешнего. Ну и, собственно, ниже второго она точно не опустится. Борьба с Интером, как и в прошлом году, будет упорная и напряженная. Итак, сегодня, на самом деле, еще у нас будет игра Еврокубков в прямом эфире. Следом Беда с ФКСП сыграют, пока у нас встреча началась. Беда сыграет с представителем Западной премьер-лиги ФКСП, стремительно прогрессирующей командой. Я думаю, что если бы в ЛФЛ по итогам года или по итогам сезона вручался бы приз «Самая прогрессирующая команда», в пятерку, а я думаю, что и в тройку номинантов ФКСП, вошел бы просто железобетонно, и думаю, что был бы главным претендентом на победу в этой номинации. Действительно, огромнейший рост у команды, очень стремительный. Но сегодня речь не о ней. ЦДК и Пивдом и Ко. Давайте о составах команд. ЦДК — хозяева поля, ворота справа на наших экранах, красно-черная форма и боевой состав. Илья Горшков в воротах, у него номер один. Линия обороны справа налево. Алексей Козлов, номер 11. Михаил Бесчастных, номер 21. Сергей Сбродов, номер 20. Евгений Поляков в центре поля, номер 7. Андрей Коряка, номер 52 на месте правого инсайда. Максим Бунтов, номер 16 на месте левого инсайда. И Александр Туменко на острие атаки, номер 83. В запасе Вячеслав Саркисов, номер 8. Андрей Говоров, номер 13. И Дмитрий Свиридов, номер 17. Пивдом и Ко в следующем сочетании приехал на стадион на Флотской. Илья Ильин защищает ворота. Трио обороны. Справа налево Максим Кирсанов, номер 5. Александр Пшеничников, номер 44. Константин Таланцев, всем отлично знакомый на севере, номер 7. Трио полузащиты. Справа налево, опять же, Сергей Лоханов, номер 35. Кирилл Терентьев, номер 9. Павел Соколов, номер 2. Тоже на севере знакомый. Хоть, наверное, не так хорошо, но все-таки. И Александр Петров под четвертым номером на острие атаки. В запасе голкипер Алексей Ткачев, номер 23. Знакомые, опять же, на севере многим полузащитники. Андрей Горелко, номер 19, и Михаил Сапранович, номер 31. И в нападении в запасе Александр Куканос, и 12 номер, и 63 номер Алексей Антонников. На самом деле тоже футболист, знакомый поклонникам Северной лиги, поклонникам северного футбола, но все-таки поклонникам со стажем. Я, кстати, сказал, что ворота справа у ЦДК, конечно, слева на ваших экранах. Ворота ЦДК справа, ворота Пивдома, черно-зеленая у Пивдома форма. И сейчас был фол в атаке у армейцев. Обслуживает встречу Дмитрий Ершов, арбитр Западной премьер-лиги. Ну и Игорь Елисеев, северный рефери, в качестве резервного судьи на этот матч заявлен. Я, Александр Седов, в качестве режиссера трансляции выступает Никита Лаврентьев, Василий Афонин создает нам картинку. Все представлены, можно больше на это не отвлекаться и поговорить об игре и о сопутствующих ей обстоятельствах. О сопутствующих обстоятельствах, например, даже примитивных стартовым составом предостаточно. Это все очень интересно. Начнем с... Вот если в комментаторской традиции, тем более еврокубковой,
которые стараются соблюдать чаще даже, чем матчи регулярных чемпионатов. В разговоре о составах давайте гостям уступим здесь право первенства и обсудим, что мы видим в расстановке Пивдома. Пока тем более в игре у нас пауза, оказался на газоне Кирилл Терентьев, по-моему. Это, кстати, очень серьезно будет, если Кирилл Терентьев вдруг игру продолжить не сможет. Я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что Кирилл Терентьев — это не только ключевой футболист Пивдома ЭКО, но и вообще ключевой футболист сборной Северо-Востока. Центральный полузащитник, от игры которого зависит действительно очень многое, зависит, насколько сможет, вот если применительно к этому матчу, насколько Пивдом в состоянии будет справиться с полузащитой ЦДК. Мы знаем, что у ЦДК полузащита, ну, наверное, все-таки сильнейшая линия. Ну вот Кирилл Терентьев в игре, все нормально, его всегда можно узнать в холодное время года по салатовым перчаткам, ну может быть и в других играет, но я не видел, я его именно в таких вижу уже не в первый раз. ЦДК продолжает давить на старте матча, давление такое может быть не угнетающее соперника, но все-таки постоянное. Так вот. Сегодня Пивдом ЭКО играет в три защитника. Частенько эта команда использует схему с двумя футболистами обороны. Но под выездной матч с ЦДК Пивдом решил схему трансформировать. С чем это может... Ну, во-первых, с опасением соперника. И это вариант, потому что если оппонента схеме не увидит. Ну, я думаю, здесь... имеем другой образ мышления руководства пивных. Я думаю, что Пивдом ЭКО играет три защитника в силу того, что матч на флот ходит, на Флотской, где очень широкое поле и где, конечно, легче растащить оборону, и двум защитникам будет сложнее обороняться, хотя и на этом стадионе бывает, что команды в два защитника играют, и на севере некоторые даже на постоянной основе или на более-менее постоянной основе это практикуют. Но все-таки вот Пивдом, наверное, решил насытить свою оборонительную линию. Так, здесь у нас остановка игры, потому что Максиму Кирсанову досталось в штрафной, ему мячом попал в лицо футболист ЦДК. И вот сейчас атаку Пивдома дал довести до конца Дмитрий Ершов. А вот затем остановил игру, когда армейцы мяч перехватили, сразу возмущены тут и Александр Туменко, и конечно, Михаил Бесчастных, и даже Андрей Коряка. Ну хотя почему, даже Андрей Коряк тоже, в общем... спокойствие повозмущать иногда любит, хотя и больше сконцентрирован на футболе. Но, ну, на самом деле, я не думаю, что стоит на этом моменте серьезно заострять внимание футболистам ЦДК. Атака у них не была быстрой, не была стремительной, только начиналась. Все были, кроме Туменко, на своей половине поля. Ну да, дал довести атаку Пивдому, который в меньшинстве атаковал арбитр. Ну а потом остановил игру. Может быть, видел он изначально, что Кирсанову больно. Там, по-моему, даже разбили нос ему, не знаю. В любом случае, досталось прилично футболисту Пивдома. Уже вступил в игру вместо него не кто-нибудь, а Михаил Сапранович. Я уже говорил, что у него 31 номер, а у ЦДК момент сразу. Михаил Сапранович начинал сезон в КДС Победе и был ее капитаном, и одним из руководителей из триумвирата — Владимир Вербила, Антона Скляра и вот его самого. Причем, собственно, когда объединялись КДС и Победа, Вербила и Скляр командой руководили, а Сапранович, который к Победе всегда относился, Сапранович именно в тренерский штаб вошел уже позже, уже в качестве капитана команды. Но мы знаем, для тех, кто за Северной лигой следит, что с КДС Победой произошло, разъединились, в общем, коллективы, осталось, по сути, КДС, ну а Победа разошлась по разным командам, или кто-то даже есть еще в заявке у КДС, но не приезжает играть. Вот Михаил Сапранович перебрался на Северо-Восток, в Пивдом ЭКО, и здесь достаточно неплохо смотрится, и, может быть, еще не ролевым игроком стал, но
пользу приносит Пивдому на регулярной основе. Уже футболист обоймы, вполне себе полноценный. Пивдом зарабатывает угловой, в общем, не в последнюю очередь благодаря действиям Сапрановича, который с Соколовым помог Соколову с собой обыграться, заправил того во фланг. И Соколов заработал угловой. Павел Соколов, который, как и Константин Таланцев, за «Терминатор» играл, до финала Лиги чемпионов доходил. Выигрывал чемпионат Северной лиги вместе с «Терминатором». Ну, а здесь у нас фол в атаке футболистов Пивдома. Ну вот про трех защитников Пивдома я сказал. В целом состав достаточно боевой у пивных. Ну, конечно, был бы Алексей Сутормин. Или, если не ошибаюсь, правильно, Сутормин, по-моему, вообще говорить. Вот всегда с ударением фамилии футболиста путаюсь. Наверное, хочется сказать Сутормин, но вот что-то щелкает, что, по-моему, это не совсем правильный вариант. В любом случае, не будем его много упоминать в трансляции, поэтому заигранно, конечно, его не хватает. Но его отсутствие, это, в общем, классический вариант. Человек продолжает профессиональную карьеру, играет редко в ЛФЛ. Сейчас Алексей Антоников вышел. Поле вместо Александра Петрова. Антоников легко узнать по белой шапочке. Он все время за «Протон» выступал на севере. Антоников играл за «Протон» еще в те времена, когда «Протон» чемпионом высшей лиги становился и в Лиге чемпионов выступал. И Антоников был лучшим бомбардиром этой команды. Ну вот, уже давно его на севере нет. Уже давно он и в Пивдоме, если не ошибаюсь, давно достаточно выступает. И играет тоже достаточно важную роль. Последние минуты гости на половине поля ЦДК в основном проводят. И опять угловой зарабатывает. Опять Павел Соколов его будет исполнять. Если говорить о составе ЦДК, то, наверное, после этого стандарта, тем более, что Павел Соколов уступает место свое на поле, свое у мяча Михаила Сапрановича, потому что там не угловой, а аут вообще. Вот здесь Сапранович грузит. Вышел Андрей Горелко только что на поле. Вот он сразу вступает в игру. Ну, получилось не самое удачное действие. Впрочем, здесь и Туменко не просто зацепиться, хотя навязывает он борьбу серьезную, вынуждая Павла Соколова откидывать мяч назад. Здесь Поляков в борьбе. Кирилл Терентьев. Снова Павел Соколов. Здесь в подкате Алексей Козлов. Когда Алексей Козлов идет в подкат, я думаю, форварду, который бежит с мячом, становится страшно. Коряка. Хитрая передача на Максима Бунтова, который тоже появился на поле. А, нет, прошу прощения, Бунтов в стартом составе играл. Играть, ну вот пока не очень заметен. Вообще у ЦДК, конечно, главным сюрпризом, наверное, является наличие в центре обороны Михаила Бесчастных. Ну, если немножко иронизировать, то, наверное, из-за... ради подсказа поставили Бесчастных на эту позицию. Уж коли последний защитник должен постоянно разговаривать, то Бесчастных разговаривает постоянно. Но так и нашли ему место. Играй тогда там, где это приветствуется. Но на самом деле здесь не очень много вариантов в обороне у ЦДК. Вячеслав Саркисов как-то в последнее время начинает игры все время со скамейки запасных. Алексей Козлов мог бы играть в центре, но... Вот решено было его с краю использовать, он основной крайний защитник и много пользы приносит. То, что Сергей Сбродов будет играть слева, тоже было понятно. Ну и кого, если не Козлова, еще ставить на позицию центрального защитника? Ну, наверное, действительно, Михаил Бесчастных напрашивается. Владислав Хатажонков играет обычно на этом месте в качестве основного футболиста. Думаю, что... Вот сейчас я хочу посмотреть, как раз присутствует он или нет. Ну нет, был бы в заявке, иначе присутствует Алексей Щиголев здесь. Обычно вот он, выполняя функцию играющего тренера, играет на месте скорее запасного, нежели полевого игрока. Но это потому, что есть Хатажонков, есть Козлов, там есть Сбродов, и большой нужды нет Щиголеву выходить на поле самому, потому что квалифицированные футболисты. Итак, на поле присутствует. А вот когда с такими проблемами команда столкнулась в центральной линии обороны, вот тогда бы, да, наверное, Щиголев играл бы. Но это, опять же, слагательное отклонение, и уже рассуждать об этом смысла нет. Как, наверное, нет смысла сетовать на отсутствие Евгения Алдонина, который не часто в последнее время радует болельщиков Северной лиги своими появлениями. Но, в общем, замена более чем адекватная.
не по позиции. По позиции все-таки Евгений Поляков играет в центре, хотя он и при Алдонине играет частенько центрального полузащитника. Алдонин чуть выше иногда уходит или второго центрального играет. Ну вот можно сказать, что вместо него Андрей Коряка сегодня присутствует. Тут надо сказать армейцам спасибо календарю Российской футбольной премьер-лиги и, наверное, московскому «Спартаку», что именно с ним Амкар, одним из тренеров которого является Андрей Коряка, играл вчера. И, наверное, Коряка еще и дополнительно мотивирован, потому что упустила его команда не только победу, но и даже ничью, хотя еще за 15 минут до конца вела в счете. Я думаю, что Андрей Коряка до сих пор зол от того, как все произошло, тем более, что оспаривали футболисты Амкара. И Гаджи Муслимович Гаджиев сказал в послематчевом комментарии, что считает придуманным 11-метровый, из которого Квинси Промес забил победный гол. Ну, не знаю, насколько все это влияет на сегодняшний матч, но, опять же, Коряка в любом случае всегда мотивирован. И это очень полезный футболист. Можно только вспомнить один из последних его, ну, самый яркий из последних матчей. А может быть, это вообще был его последний матч в ЛФЛ в этом сезоне на данный момент. Игра против Терминатора, которая завершилась со счетом 3-3, в которой ЦДК уступал 3-1. Но Андрей Коряка все сделал в концовке и вообще оформил хет-трик, забив все мячи. Все мячи своей команды. В итоге даже обзор тура от Кирилла Разумовского вышел с заголовком «Терминатор Коряка 3-3». Вот так вот, да. Андрей Коряка очень важный футболист. И сегодня, я думаю, что вот несмотря на определенные кадровые потери, несмотря на то, что некоторые игроки могли бы усилить составы команд, сетовать на неоптимальное сочетание не может никто из участников сегодняшнего матча, ни одни, ни другие. Составы действительно по-настоящему боевые, составы, способные решать любые задачи и решать задачи победы в этой встрече. Победа важна. Здесь для ЦДК ситуация следующая. Оформив требл в прошлом сезоне, требл — это три выигранных трофея, все три турнира, в которых ЦДК участвовал, команда выиграла: чемпионат, Кубок Севера и Кубок ЛФЛ. Ну или, если по очередности завоевания, по хронологии, то чемпионат, Кубок ЛФЛ и Кубок Северной Лиги. Выиграла все три турнира команда. И, конечно, начинала в Лиге Чемпионов этот сезон, но в Лиге Чемпионов в очередной раз сыграла неудачно, выбыла после группового этапа. И, ну, хотя бы третье место в группе смогла занять команда Дмитрия Свиридова и Олега Полтевского. Впрочем, если бы этого не удалось в группе, где был «Миллениум», при всем уважении к юго-восточной команде, то тогда даже не знаю, можно было ЦДК просто сезон заканчивать, сниматься с остальных турниров. Этого не произошло, естественно. И сейчас, таким образом, армейцы не очень желанные, но получили, не очень желанную, но получили возможность защитить титул обладателя Кубка ЛФЛ. И теперь во втором по значимости Еврокубке стартует вот этим матчем, матчем плей-офф, матчем 1/8 финала. Пивдом в своей группе катком прошелся по соперникам, занял первое место, никаких проблем не испытал. Так что здесь все ожидаемо прошло. И для Пивдома, конечно, важная мотивация. Пивдом на северо-востоке всех обыгрывает, потеряв очки два раза. Первая была ничья с Интером, с которым он и борется за чемпионство, и которому в прошлом году все на флажке проиграл. И чемпионат, и кубок, и потом суперкубок в начале этого сезона. Но там, правда, не собрался Пивдом как следует. И, в общем, Интер устроил следующий разрыв пивным. Для Пивдома, конечно, Еврокубки — это очень серьезная мотивация, в том плане, что команда себя ставит пока в иерархии ЛФЛ. Она уже понятна по уровню, по своим амбициям, по возможностям к числу грандов относится, но это скорее к числу суперклубов. А вот к числу грандов, гранды — это не просто деньги, игроки и футбол. Гранд — это все-таки еще и определенные традиции и трофеи. И вот чтобы грандом стать, эти трофеи нужно завоевать. Ну или хотя бы там постоянно до полуфиналов добираться. Еврокубков
ну или часто до полуфиналов, а постоянно до четвертьфиналов. Ну вот, если сегодня Пивдом проиграет, то, наверное, задачу стать грандом ЛПЛ в этом сезоне команде решить не удастся. Вернее, не сегодня, если проиграет, а если проиграет по сумме двух матчей. Можно проиграть первую встречу, но отыграться во второй. Еще замены. Кирилл Терентьев как раз поле покидает, возвращается в игру Павел Соколов. И будет играть он где? Судя по всему, с краю. А кто в центре? Он передвинул Максима Кирсанова в центр, Павел Соколов. Но там просто получается, что Горелка, Сапранович, Антонников. И уже сам Соколов четвертым подошел в эту группу атаки. Это перебор. И видите, этот перебор к чему приводит. Опасная атака ЦДК. И ударить Туменко получше действительно было бы остро. Но удар у него не вышел. Александр Петров вместо Алексея Антонникова возвращается в игру. И Андрей Горелка поле покидает. Его поменял Сергей Лоханов, по-моему. Или Лоханов, опять же, есть разные варианты произношения этой фамилии. Вот он сейчас как раз и боролся с Михаилом Бесчастных, который свое подключение не продлил, а просто отдал передачу и не пошел. Дальше и момент здесь все равно возник, и вывели Полякова на удар, и бил он в одно касание, но не сильно это вышло. Для Ильи Ильина большой проблемы, и вообще никакой проблемы, наверное, удар не составил. А вот затем Илья Ильин опасно положил мяч на газон, а там за его спиной был коряк, и чуть не повторил то, что сделал в Суперкубке в свое время Андрей Аршавин, бежав Рыжикова, по-моему, если не ошибаюсь. Или это с Локомотивом было? С Локомотивом. Мне подсказывает Никита Лаврентьев, побежал он тогда Рыжикова, о, не Рыжикова, а голкипера Локомотива, и забил. Ну, а у нас забил, да, тогда в пустые ворота, а у нас не в пустые ворота, но как в пустые? Забивает Андрей Коряка, которого вывели на ударную позицию, и он, оказавшись один, свое дело сделал уверенно. Собственно, чего еще можно было здесь ожидать? Андрей Коряка очень опытный футболист, очень сильный и моменты реализовывающий очень здорово. Вот и сейчас он реализовал. Примерно, кстати, из того же положения бил, что Туменко несколькими минутами ранее. Ни в коем случае не к тому, чтобы класс Туменко принизить. Очень сильный игрок Александр, и очень приятное впечатление всегда оставляет. И если вы так постоянно смотрите матч Северной Лиги, знаете, что я поклонником таланта Туменко являюсь. Но вот просто как факт, Коряка сейчас исполнил лучше, чем тогда исполнял Александр. Ну, я думаю, что футболисты не отказались бы и поменялось, чтобы, например, Туменко забил, а Коряка нет, лишь бы чтобы гол состоялся. Здесь опасно, но фол в атаке со стороны Пивдома зафиксирован. Что можно сказать по первым 20 минутам? Уже 21 почти сыграли минуту этого матча команды. Ну, наверное, можно сказать, что... Пивдом для ЦДК пока никаких серьезных сложностей. Игра против Пивдома для ЦДК не представляет. Чтобы ЦДК не показывал своего уровня, и вообще, чтобы чувствовал себя некомфортно, этот дискомфорт для армейцев нужно создавать. То есть соперник должен играть в максимально неудобный для ЦДК футбол. Где-то стараться лишить армейцев мяча, где-то постоянно навязывать борьбу. Когда начинают атаки свои красно-черные, чтобы не было возможности им рисовать, чертить комбинации на газоне. Если футболистам ЦДК, да фактически любому футболисту ЦДК, дать немножко пространства и времени, и мяч в ноги, он придумает острый момент, придумает хорошую передачу. И, безусловно, это важно, потому что не каждая команда обладает подобным подбором игроков. Не каждая команда может себе позволить играть вот так, как сейчас играют армейцы. Неспешно, ничего особенного не делая. Но затем случится эпизод, последует острая передача и возникнет момент. Петр Алексеев у нас тем временем на поле появился. Сменил он Евгения Полякова в центре поля. Ну, Петр Алексеев все-таки обычно чаще повыше, наверное, немножко играет. Но сегодня именно вот так решено было.
И сегодня он дублер Евгения Полякова. Если бы был Алдонин, наверное, сейчас бы Алдонин ниже отошел, а Алексеев на позицию инсайда вышел бы. Но Алдонина нет. Алдонина нет, и, наверное, поэтому еще не менялись ни разу ни Туменко, ни Бунтов. Я, кстати, Говорова не вижу на скамейке запасных. А, нет, все-таки вижу. Похоже, да, стоит там Говоров. Ну что, под стандарты только? Или нет? Нет, не вижу. Вижу, это Дмитрий Свиридов все-таки. А вот Андрея Говорова не вижу. С одной стороны, Андрей, наверное, сейчас уже не такой подвижный футболист, как был еще лет 5 назад. Но мастер он очень приличный. И в первую очередь он стандарты в ЦДКА здорово исполняет, но не только их. Вот в последнее время, если когда только пришел, были матчи даже, где он просто выходил пенальти исполнить, там, или два пенальти, а все равно время не играл, но пенальти эти забивал, и команда побеждала, то сейчас, вы знаете, Говоров играет много и играет важную роль в построениях ЦДКА. Я думаю, что если не с первых минут, то мы бы его уже увидели на поле, присутствуя на стадионе. Но пока его нет, очевидно, не вижу я его. А скамейка ЦДКА мне хорошо просматривается. Около нее сейчас был Коряка, пас отдал Бунтову. Тот убирал под себя мяч, но нарушения не было. Пивдом за боковую убивает. Не специально, там просто технический брак со стороны Константина Таланцева, между прочим. Футболист, который не часто брак технический допускает. У нас уже в ФКСП и беда собираются вовсю. Это вот я говорю к тому, чтобы подчеркнуть значение поединка. Поединков Еврокубков и Кубок ЛФЛ. Турнир важный и престижный достаточно. Здесь все команды выиграть хотят, и путевку в Лигу чемпионов заработать, и просто трофей действительно большого значения. Всегда финалы Еврокубков это антуражно и интересно. Момент у Бунтова. Бил в фирменном стиле, спрятав удар под защитника в дальний угол, вот только в угол не попал. Вернее, там не в дальний, он по центру почти находился. В угол пытался мяч уложить, не помню. Но здесь момент еще. И снова в Ильина бьют, на этот раз Туменко. Причем все равно было опасно, поскольку Ильин там прыгал в момент удара. Ну, не то чтобы наугад, а интуитивно чувствуя, каким будет удар. Просто по-вратарски играл, стараясь перекрыть максимально возможную территорию на пути, по которому, как он полагал, должен мяч полететь. И оказался прав, поскольку территорию перекрыть удалось. Здесь Павлу Соколову 8-го полевого не хватило. Но тут даже хоккейный вариант не пройдет. В ЛФЛ вратарей не меняют на полевых футболистов. Петр Алексеев не успевает к мячу. Терентьев там укрыл его корпусом. Петров разворачивает Козлова. Что, несмотря на кажущуюся неповоротливость защитника, не так-то просто сделать. И момент в итоге возникает. Лоханов бил, мне кажется, а не давал передачу. А если давал передачу, то Антонников не прочитал и не подставил толком ногу на дальней штанге. Подставил, уже понимая, что мяч уходит за пределы поля. И отворот так и состоялся. У нас состоится, вернее, вот Илья Горшков на бесчастных играет. А Пивдом начинает потихонечку в прессинг переходить. Вот нынешний счет 1-0. Он, на самом деле, такое преимущество ЦДКА совсем небольшое. Создает эфемерное практически, потому что у нас нет системы, как в профессиональном футболе, где голы считаются дома и на выезде. У нас есть, допустим, ЦДКА выиграет 1-0, а потом 5-6 уступит на северо-востоке. Будет серия пенальти. В большом футболе это бы означало, что победил ЦДКА по сумме двух матчей, поскольку больше забил на выезде, чем соперник. Но такого правила нет. Ну, а значит, всего лишь один гол преимущества. Один гол – это немного. Сам ЦДКА на пути к победе в Кубке ЛФЛ в прошлом сезоне, в том знаменитом четвертьфинале с Гефестом, после первой ничейной игры. Момент у Петрова. Горшков тащит добивание Антонникова. Будет, но не сразу. И здесь подставляет ногу Павел Соколов. Очень интересно будет потом посмотреть этот момент в замедленном, в замедленной съемке, потому что не знаю, брал ли там Горшков мяч, не подставив Соколов ногу, а то, что мяч летел в ворота, это факт. А в итоге Соколов и в центр переправил и упростил задачу Горшкову. Там все равно было непросто, но стало проще, и Горшков поймал. ЦДКА спас. Но вот Пивдом по-настоящему супер момент создал, и еще один. Соколов просил передачу низом, Антонников бил, в итоге получился такой навесик, и Соколов лбом по мячу чиркнул, но даже переправить мяч не сумел никуда. Сейчас двухминутка Пивдома, и сразу же паузу берет Илья Горшков.
сразу же берет паузу, никуда не спешит. Ну, а я еще немножко вернусь к противостоянию Бедаев КСП, которое нас ждет чуть позже. Вот если в этой игре, в игре ЦДК Пивдом, осторожным таким фаворитом можно было назвать ЦДК, вернее, осторожно назвать фаворитом, ну, хотя и по этой игре, наверное, и осторожным фаворитом тоже. Ну, то в матче Бедаев КСП, я думаю, что даже более явный, чем сегодня ЦДК, фаворит ФК СП. Наверное, год назад еще это казалось бы странным такое изречение. Ну, во-первых, сейчас беда не хороша, во-вторых, очень хороший футбольный клуб сотрудников прокуратуры. Ну и здесь вы тоже увидите знакомые лица. Кирилл Бирюков, например, который много лет Неве отдал, ушел в ФК СП, причем, ну, в общем, можно было бы сказать, что он будто в Китай уехал на лучшее предложение, если бы, конечно, Западную премьер-лигу с Китаем можно было сравнить. Но Западная премьер-лига и называется ЗПЛ, по аналогии, сами знаете с чем. И в этом сезоне снова это сравнение кажется вполне оправданным. Догнал Запад, Север и Восток, две лучших лиги, а сейчас Пивдом едва не догнал ЦДК в счете, потому что после уже акцентированного навеса Павла Соколова головой переправлял мяч в ворота Александр Петров, но перебросил перекладину. Горшков выбивает мяч так, что это, по сути, ударом почти по воротам получается. И на отворот мяч уходит. Последняя минута идет первого тайма. Не знаю, будет ли Дмитрий Ершов что-то добавлять. Мне кажется, особо просто негде найти это добавленное время, но посмотрим. Антонников. На Соколова. Снова Антонников. Пытается в концовке Пивдом атаку провести. Ну, здесь Алексей Козлов здорово дорабатывает. Все равно на Соколова мяч в штрафную закидывает хотя бы из-за боковой. А здесь коряка на Туменко. Может Александр убежать? Но там сложно было укротить мяч, обработать, выиграть борьбу. Еще и аут в пользу Пивдома, хотя коряка с этим не согласен категорически. Я думаю, что сейчас Дмитрий Ершов дождется, когда мяч из боковой будет введен и даст свисток на перерыв. Вот тут он не стесняется Алексею Козлову. Не стесняется Алексею Козлову растолковать, что к чему, зачем, почему, как он считает. Вообще Дмитрий Ершов арбитр, который, может быть, лишних разговоров не ведет на поле, но поговорить, объяснить всегда футболистам может свои решения. Ну и добавил, на самом деле, какое-то время Дмитрий к первому тайму. И Пивдом может провести атаку. Кирилл Терентьев на Антонникова. Скидывает Антонников подачу мягкую. Но здесь через Козлова редко что пролетает. Кто крикнул я? Я так и не понял. А Петр Алексеев подумал, что свой мяч пропустил. На мяч пошел Кирилл Терентьев, мне кажется, он и был. Здесь нарушал Петров правила, но, как любит говорить Кирилл Разумовский, Соломоново решение принял Дмитрий Ершов и дал просто свисток на перерыв. 1-0, гол Андрея Корякина на 20-й минуте сформировал преимущество ЦДК в первой половине. Отдыхаем пока вместе с командами. Вторая половина встречи ЦДК Пивдом и Ко первого матча 1/8 финала Кубка ЛФЛ. Готово к началу. 1-0 ЦДК впереди благодаря голу Андрея Корякина на 20-й минуте матча. Это только второй тайм из четырех таймов противостояния. Причем в ЛФЛ таймов действительно будет 4, а, например, не 6, если с равным счетом закончат первую ответную встречу коллективы, потому что дополнительного времени нет. Сразу бьется серия пенальти. О составах давайте. ЦДК, как с Хадяев, начнем. Тем более, что я вижу, что Андрей Говоров все-таки появился на поле. То ли я его не мог найти на скамейке запасных, то ли он где-то там в раздевалке сидел, то ли только подъехал и вышел на газон. Так или иначе, он играет. Ну, а значит, состав у нас уже отличается от стартового. Сейчас ЦДК в следующем сочетании вышел на поле. Илья Горшков в воротах, в обороне. Вячеслав Саркисов появился под 8-м номером справа. Говоров сразу же бьет, и там от защитника мяч
взмывает в воздух, но не в ворота опускается, а за них. Так вот, Вячеслав Саркисов, который не играл в первом тайме, во втором вышел, изменил Алексея Козлова, между прочим. Михаил Бесчастных, ну, Саркисов номер 8, Михаил Бесчастных номер 21, в центре обороны Сергей Сбродов номер 20 слева. Здесь все без изменений, и, наверное, их и не будет. Уж с Бесчастных-то наверняка. Только если что-то случится, не дай бог, с Михаилом, или совсем будут недовольны его игрой, ну, я думаю, что не поставили бы его, если бы предполагали, что его игрой могут быть недовольны. На позицию центрального защитника. Евгений Поляков, естественно, в центре поля вернулся он на газон. Александр Туменко правее играет. Поляков номер 7, Туменко номер 83. Начинал, напомним, матч на острие атаки. Нету сейчас на поле Максима Бунтова, зато никуда не делся 52-й номер Андрей Коряка. Ну и на острие Андрей Говоров, про которого я уже сказал, у него номер 13. У Пивдома Илья Ильин, естественно, защищает ворота. Трио защитников перешли на два защитника футболиста Пивдома. Пауза это вызвана тем, что они сравнивают счет и... Там организовали Антонников и Горелка. И, по-моему, последний удар... По-моему, Горелка нанес. Сейчас я вам точно скажу. Мы пересмотрим этот момент на повторе с Никитой Лаврентьевым. Но в любом случае на третьей уже минуте второй половины встречи восстановилось у нас равновесие. И счет стал 1-1. Андрей Горелко действительно сравнял счет. Экс-футболист Беды забивает ворота ЦДК за Пивдом и Ко. Ну, может быть, теперь армейцы задвигаются, потому что достаточно вялый у нас был футбол. Собственно, я неспроста же заговорил о том, что это второй тайм из четырех. Или вторая четверть из четырех, как хотите. В этом противостоянии здесь один матч сам по себе, значит, не так много, как в чемпионате, где за победу дается 3 очка. А здесь можно и 5-0 выиграть, потом 6-0 проиграть. Но это, конечно, вариант фантасмагорический и вряд ли возможный в противостоянии соперников такого уровня, как ЦДК и Пивдом. А, в общем, хоть я и рассуждал пространно о том, что Пивдом еще не стал грандом ЛФЛ, но ни в коем случае не отказываюсь, а наоборот утверждаю, что к суперклубам ЛФЛ он уже относится. Вот просто между грандом и суперклубом я не ставлю знака равенства. И, в общем, если бы эти команды на более поздней стадии встретились, причем пусть это более поздняя стадия была бы даже полуфиналом или финалом, я бы не удивился. Но там они не встретятся, кто-то из них сойдет. Ну и вообще, очень много классных команд в сетке плей-офф Кубка ЛФЛ в этом розыгрыше. И давайте сразу я про команды Севера скажу, потому что аж 4 коллектива Северной Лиги в 1/8 финала Кубка ЛФЛ. Ну, хоть где-то, да, у нас в Лиге Чемпионов один Гефест остался. А пока Максим Кирсанов получает... первую желтую карточку в этом матче на 35-й минуте. И все-таки, когда я начал говорить про карточку Кирсанова, вспомнил, что состав вам Пивдома не назвал. До конца на два защитника перешли футболисты Пивдом и Ко во втором тайме. Сейчас Михаил Бесчастных, как всегда, иронизирует. Здесь, наверное, просьбами... арбитра разыграть по свистку или что, он завел Александра Пшеничникова, который ликбез здесь Михаилу Бесчастных даже такой прочитал лекцию о футбольных правилах, о том, что после желтой карточки всегда по свистку, а Михаил Бесчастных сказал: «А я не знаю». Конечно, в этом «а я не знаю» правды было немного, но все довольно забавно. Михаил Бесчастных один из самых заводных футболистов Северной Лиги. Вот насколько такой серьезный у него брат, если вдруг кто не знает, Владимир Бесчастных. Но если кто вдруг не знает, кто такой Владимир Бесчастных, выключайте эту трансляцию, не стоит оно того и не нужно вам, поверьте мне. Вот, не буду я рассказывать, о ком идет речь, уж простите.
Ну вот, насколько разные они, да, Михаил, конечно, более балагуристый и веселый, а здесь Михаил Сапранович мог второй привет Северной Лиги от ее бывших футболистов передать вслед за Андреем Горелко, но если все передадут, то ЦДК будет тяжело отыграться, потому что я напомню, что и Алексей Антонников, и Константин Таланцев, и Павел Соколов выступали в Северной Лиге, 5 мячей это будет слишком много, безусловно. Андрей Коряка так немножко уставшим выглядит, но это обманчиво. Посмотрите, как легко он убирает соперника, отдает налево. Здесь Поляков на Говорова. У Говорова удар, с которым он может с места, с любой точки практически воткнуть как угодно. Но он дает передачу на Сбродова. Сбродов вешает Полякова. Поляков скидывает в центр. Коряка уже не пошел. Там тяжело было на эту скидку успеть. Сапранович, не глядя назад, откидывает Павлу Соколову, но проходит. А здесь падает Горелка, потому что поскальзывается. И это может привести к быстрой атаке ЦДК. Коряка один в один против Пшеничникова. Легко убирает, дает скрытый пас. Сбродов на Говорова. Отличная передача. Говоров бьет, но там в падении... В прыжке Константин Таланцев, который стал играть ближе к центру, после того, как на два защитника Пивдомыко перешел. Константин Таланцев хоккейным блокшотом сейчас останавливает удар Говорова. И чуть-чуть не хватило расторопности сейчас Андрею. Ну, а тренерский штаб Пивдома на вот эти пару атак ЦДК реагирует мгновенно, возвращая в игру сейчас Сергея Лоханова и... что, наверное, даже более важно, Кирилла Терентьева, 9 номер. Вот он сегодня с паузами такими действует, наверное, потому что против ЦДК тяжело весь матч провести. Но... так ему дают возможность отдохнуть, перевести дух и быть более свежим. Но зато в те отрезки, когда его нет на поле, конечно, Пивдому сразу тяжело становится. Коряка на Саркисова. Нет, не на Саркисова, прошу прощения, на Туменко. Саркисов так далеко не пойдет. Хотя, на самом деле, Вячеслав Саркисов сам сейчас на линии штрафной. Вот он получает мяч и бьет Саркисов! И не поставь сейчас ногу Пшеничников. Ой-ой-ой, кто его знает, может быть, и не достал бы Илья Ильин. Поляков, ЦДК навалился, ЦДК сейчас придавил Пивдом и не дает нам ни ЦДК, ни Пивдом, который контратаку организовывает, не дает командах Северной Лиги в Кубке ЛФЛ продолжить мысль. И уже Поляков, и диагональ, плохая диагональ, и Петров, который ее перехватил сейчас с мячом, налево играет, здесь Лоханов... И успевает здесь выиграть борьбу Максим Кирсанов, который оказался так высоко. Ну а Михаил Сапранович пользуется дырой в обороне ЦДК. Вот любители не добежать. Армейцы, можно сказать, профессионалы в любительском футболе в плане атаки. Но вот если говорить об оборонительных действиях, не об игре обороны, а об оборонительных действиях командных. Вот здесь у ЦДК есть проблемы. И за это команда периодически... платит по счетам. И особенно после удачных сезонов, когда вроде все получается, когда все бегут везде, потом чуть позволяют себе игроки группы атаки расслабиться, не так активно возвращаться, а соперники наказывают. Даже не самые, может быть, звездные, потому что натерял ЦДК очков в этом сезоне. Ой-ой-ой, очень много. У нас сейчас Пшеничникову делает, хотел сказать, устное предупреждение Дмитрий Ершов, но нет... письменное в итоге предупреждение, потому что на карточке своей напишет фамилию Пшеничникова арбитр. Вот сейчас посмотрим, уже была у Кирсанова карточка, посмотрим у Пшеничникова, что там у нас по предупреждениям в Еврокубках у Пивдома. У Антонникова есть карточка и больше ни у кого, так что, если не ошибаюсь, две карточки у нас приводят к дисквалификации в Кубке ЛФЛ. Две или три сейчас заставляют задуматься. Но если Антонников получит, придется нам слазить в регламент. Или если кто-то, кто имеет карточку, получит. Но, впрочем, Никита Лаврентьев, парень ответственный, он уже полез выяснять. Так что сейчас все вам скоро скажем. А пока Андрей Говоров бьет штрафной удар и не получается штрафной. Для Андрея Говорова это ничто, в принципе, а не удар. Очередные замены. Или нет, не будет замен, просто пауза. Три карточки приводят дисквалификации. Давайте сразу посмотрим, какая у нас у ЦДК здесь ситуация. Висит на предупреждениях. Сейчас у нас
А, ну у нас действительно в Лиге Чемпионов ЦДК не играл, но в Кубке ЛФЛ не играл, играл в Лиге Чемпионов. Там много футболистов получили по карточке, но все по одной. Так что в этом противостоянии никто ответный матч за перебор желтых не получит. Только, может быть, за перебор желтых в одной единственной игре. Но пока к этому тоже прям серьезных предпосылок нет. Давайте все-таки про команды Северной Лиги и вообще про команды, которые участвуют в Кубке ЛФЛ, поговорим. От Северной Лиги аж 4 команды. Я уже сказал, что лишь Гефест остался в Лиге Чемпионов. И ему играть с другим северо-восточным флагманом, их всего 2, Пивдом и Интер. Вот с Интером, с главным северо-восточным клубом, играть Гефесту. А здесь желтая карточка Алексею Козлову за помеху при вводе мяча в игру. Дмитрий Шов вообще не очень любит карточки давать, но никогда не стесняется это делать. Надо, так надо. Ну и, собственно, ЦДК с Интером играл в Лиге Чемпионов, обменялся победами. И Интер продолжил выступление в главном Еврокубке, а ЦДК в Кубок ЛФЛ свалился. Сегодня уже я говорил, что следом встреча Бедаев-КСП, которую прокомментирует Кирилл Разумовский для вас. Сейчас Константин Таланцев исполнит штрафной, но это подача, сложный рисунок, словно в американском футболе, комбинацию по плейбуку. Сейчас квотербек Константин Таланцев разыгрывал, перехвата не случилось, но пас инкомплит, если уж продолжать терминологией американского футбола. Две команды Северной Лиги играют сегодня на выезде. «Динамо» в 14:20 встречалась с «Рус Ультрас». Я, честно говоря, не знаю результат, не могу сказать, но попробую узнать. Благо, знакомых везде достаточно. Ну, а «Нева» будет играть в 18:10 на «Востоке» с командой «Нижгород Минерал». Командой очень-очень неплохой и интересный, и которая в прошлом году до финала Кубка ЛФЛ добралась, и ЦДК в этом самом финале. Вот такие у нас соперники у команд Северной Лиги. Но есть еще интересный матч. Куркино-Атлантис также противостояние. В 1/8 финала финиш Мортон. Я думаю, что для финиша на этом турнире закончится. Говоров опять бьет. Правда, там рукой себе подыграл. Можно возмущаться сколько угодно, все равно гола там не было. КПФ Русич и Керосинка Конькова. Ну вот из всех команд-участниц я вот на свой взгляд обозначу круг претендентов на трофей. Вот, все-таки он меньше, чем 16 команд, на мой взгляд, но достаточно внушительный. Вот после этой атаки Коряка на Туменко играет, Туменко один в один, и бьет в своем стиле шикарнейший спрятанный обводящий удар Александра Туменко. Облизал мяч крестовину и не попал в ворота, но шикарный момент. И забей, конечно, был бы гол красавец, хит-парад. Итак, фавориты Кубка ЛФЛ. Атлантис, западная премьер-лига, безусловно. ЦДК, безусловно. Пивдом, безусловно. Беда, не уверен. ФКСП, безусловно, фаворит. Пару я пропустил. Нижгород Минерал, Нева, потому что тоже не уверен в этих командах. Но и Беда, и Нижгород Минерал, и Нева все могут быть фаворитами. Наверное, Неву я отнесу к фаворитам турнира. Она умеет в Еврокубках играть. Безусловно, Мортон. Просто безусловно. Если вдруг финиш чудо совершит и с Мортоном сможет справиться, финиш я тогда тоже к фаворитам причислю. Но не верю я в такой исход. КПРФ, ну, если не главный фаворит, то в качестве теневого вполне может рассматриваться. Но вот сейчас Говоров-то с третьей попытки использует момент. Он дает передачу на Туменко, и тот снова не забивает, тот снова не получается удар, и у нас по-прежнему игра с преимуществом ЦДК, но без уверенности, что все будет хорошо. И получает вторую карточку армейцев Вячеслав Саркисов. На 45-й минуте по предупреждениям счет сравнялся, ну и Динамо остается, Динамо я считаю тоже фаворитом Кубка ЛФЛ, в отличие, например, от Русича, с которым Динамо сегодня играла. И сейчас посмотрим. Не Русича, конечно, а Рус Ультрас, с которым Динамо сегодня играла. И попробуем сейчас уточнить, как с Динамо Рус Ультрас сыграли. Ну а пока у нас Илья Горшков вынужден играть ногой и еще не очень уверенно, но Андрей Горелко не сумел за мяч зацепиться, а здесь Коряка тащит опять и дает классную передачу. Говоров находит возможность для удара, а в итоге от Говорова, по-моему, мяч и уходит, предварительно Илья Ильин его лбом отразил.
угловой назначает Дмитрий Ершов, просто потому что не видел. Там было в динамике сложно все рассмотреть. Но, тем не менее, здесь ошибка арбитра. Пусть и, ну, так сложились обстоятельства. Дмитрий Ершов не стоял на месте, он бежал, атака была быстрой. Ну, не успел немножко увидеть, как все произошло, но и угловой так в рамках фэйрплей прошел. Говоров просто в руки Ильину подал, хоть и не специально, и в итоге ничего не случилось опасного. Эмоции у нас все больше и больше эмоций, и все больше и больше свободных зон. Просто футбол имени Коряки у нас начался. И в этом футболе, видите, опять Коряка разгоняет атаку ЦДК, которую после передачи Говорова назад завершал Сергей Сбродов, но ударил не очень сильно и в руки Ильину. Здесь фол в атаке со стороны футболиста Пивдома, со стороны Алексея Антонникова и ЦДК, который уже поспешает, начинает очередную свою атаку. Михаил Бесчастных пошел на троих, заработал штрафной. Ну, в опасной, с одной стороны, ситуации, учитывая, что пошел дриблинг последний защитник, другое дело, что за ним трое остались. И вообще, кстати, уже не последний защитник Михаил Бесчастных. Уже Алексей Козлов на этом месте. Все-таки вот он, да, будет завершать в центре обороны. Михаил Бесчастных в опорной зоне. Потому что атакуют Туменко, Говоров и Коряка. Вообще не уходят из атаки. Сейчас Туменко бьет с передачи Коряки. Коряка продолжает раздавать, конечно, одно удовольствие за его игрой наблюдать. И, скорее всего, в ответной же встрече он не сыграет. И что нужно пытаться сейчас воспользоваться вот этим преимуществом, которое есть. Там, конечно, может быть, будет Алдонин, но все-таки они по-разному играют. И все-таки Коряка, он такой более атакующего плана футболист. Он больше в атаке создает. Ну и посмотрите, вся острота, а ее много у ворот Пивдома, вся острота через Андрея Коряку возникает. И опять Кирилл Терентьев возвращается на поле. Вот как только я себя ловлю на мысли, что вот сейчас ЦДК уже минуты 2-3, как, ну, допросят мне футбольный сленг, возит своего соперника, как тут же происходит замена, и Кирилл Терентьев возвращается на поле. Я вот момент упускаю, когда его меняют, но его отсутствие становится очевидным и тренерскому штабу, что пора его возвращать, когда становится особенно трудно. Ну, Туменко, который много моментов не использовал во втором тайме, и сам не забивал, и с его передачи не забивали, уступил место Максиму Бунтову на поле, отыграв 18 почти минут. Возможно, Туменко больше не вернется в игру. Ну, а Бунтов почти наверняка поле не покинет. Я думаю, что не покинет поле Андрей Коряка, да и Андрей Говоров, который первый тайм вообще не играл, а во втором, пусть пока не настолько продуктивен, как мог бы быть, но активен. Я думаю, что его менять не будут. Тем более, что, да, он не завершил несколько моментов, но передач несколько отдал хороших Говоров. И, в частности, в последней атаке поставил под удар Сергею Сбродову. Очень даже неплохо. Ну, я смотрю, так и Вячеслава Саркисова тоже менять не спешат. Как он появился в втором тайме, так и не уходит с поля. На скамейке запасных Поляков, Туменко, Петр Алексеев и Дмитрий Свиридов. Ну, о присутствии которого, наверное, уже можно забывать. И раз не вышел до сих пор, то и не выйдет больше. Говоров забьет или нет? Наконец, забивает Андрей. Но это опять получилось, ну, практически с мясом вогнал мяч. Ильин один удар отразил. Но со второй попытки Говоров все-таки не загубил этот шанс. Если бы и здесь не забил, вот все мои рассуждения про замены могли бы и отмениться. Потому что если, ну, столько не реализовывает таких моментов футболист, то его рано или поздно, наверное, тренерский штаб может принять решение заменить, потому что чаша терпения переполнится. Да, Дмитрий Свиридов, я не думаю, что появится на поле, коли не вышел до сих пор. Он обычно появляется либо в начале первого тайма, либо в начале второго на 5-7 минут. Но вот видите, наверное, наличие Дмитрия Свиридова в заявке, но отсутствие его на поле, Пивдом и Ко может себе в качестве знака уважения со стороны соперника поставите. Опять же, оговорюсь сразу, ни в коем случае не хочу утверждать, что верно обратное, что наличие Дмитрия Свиридова на поле неуважением к сопернику является. Да, конечно, Дмитрий уступает своим партнерам по ЦДК, но в принципе это форвард, который может завершить атаку и забивает очень-очень он немало. И у Дмитрия Свиридова в высшем дивизионе Северной лиги в этом году 10 мячей. Вдумайтесь. При том, что 11 у Евгения Полякова и 12 у Андрея Говорова. А дальше Максим Бунтов, например, забил 8. А Александр Туменко забил 5. Вообще, конечно, тот факт, что на счету Бунтова и Туменко в сумме 13 голов в высшей лиге, это, наверное,
свидетельство, главное свидетельство провала ЦДК пока по сезону, потому что обычно каждому из них хватает, наверное, 15 матчей, чтобы, ну, круга точно хватает, чтобы вот 13 этих мячей забить одному, а тут они вдвоем за две трети чемпионата столько забили. Поразительно, конечно. Антонников, Пивдом, пропустив второй, начал больше владеть мячом. Ну и к тому же Кирилл Терентьев на поле. На него, по-моему, передача, да. Он куда-то направо спрятался, но его нашли. А вот он нашел лицевую линию и за нее мяч отправил. Еще замена у Пивдома. Пшеничников поле покидает, возвращается в игру Таланцев. Будет он с Кирсаном сейчас в паре действовать. Такая маленькая по габаритам оборона у Пивдома. Но, собственно, и против них Говоров с Бунтовым не самые великие гренадеры, надо сказать, действуют. Андрей Коряка ростом повыше, но, во-первых, к нему так приклеен, в общем-то, Кирилл Терентьев. А во-вторых, Андрей Коряка мог бы головой сыграть, но он ведет всю игру ЦДК, и поэтому мяч у него постоянно в ногах. Алексей Козлов, ну, не очень удачно обработал, но тут же пошел фирменный подкат, а с длиной его ног, это как лыжи примерно, здесь, конечно, достать до мяча было легко. Еще раз говорю, как только Алексей Козлов идет в подкат, сопернику обычно, по-моему, становится страшно просто. И так я много раз видел, как от него ноги убирают. Действительно, очень брутального вида футболист. Здесь Сапранович неплохо развернулся, пытается своей энергией завести партнеров. Тут и Павел Соколов. Вот во втором тайме Павел Соколов, согласитесь, вообще не заметен. Он и немного сыграл, но и когда играет, и вот, по сути, мы его сейчас раз отмечаем. Нет атакующей игры у Пивдома во второй половине. И, честно говоря, я думаю, что уступит, если команда из Северо-Востока со счетом 1-2 сегодня... Этот результат она может для себя признать, ну, рабочим, понятно, но в целом неплохим. Я думаю, что ЦДК сегодня наиграл на большее, чем на 2-1. Но это ЦДК, а потому ничего удивительного в том, что только такие цифры мы на табло видим, ничего нет. ЦДК, в общем-то, такой... клуб, которому нужно, чтобы его клюнули обязательно. Вот. Причем клюнули так, что уже все практически потеряно. Вот тогда мы видим настоящий ЦДК, который начинает рвать и метать, который с Гефестом за 10 минут во втором матче 40 по 50-ю гандикап минус 3 превратил в победу. Вот. Ну и отмечаем, что вот спасибо Никите Лаврентьеву. Я думал об этом как раз, но не дают команды возможность посмотреть, а он посмотрел сам без каких-либо подсказок. Ответная игра между Пивдомом и ЦДК состоится 27 марта. 27 марта на Северо-Востоке матч пройдет. Не знаю, будет он показан в эфире или нет. И здесь, смотрите, какой нюанс. Будет пауза на игры сборных. Товарищеские матчи сборной России с Литвой и Францией будет проводить. В чемпионате России будет пауза. И вот здесь вопрос. Будет ли у Андрея Коряки выходной? Или он будет работать вместе с остальными членами тренерского штаба? Будет работать с командой в Перми? Если в Перми, конечно. Или действительно, может быть, будет у Андрея выходной, и он сможет в Москву прилететь и за ЦДК сыграть. Но вот интрига есть. А пока есть у Бунтова шанс третий мяч забить. Конечно, нужен этот гол. Он бы стал подспорьем для ЦДК большим. Все-таки преимущество в два мяча, оно хоть и опасное в футболе, потому что можно расслабиться. Но оно более комфортное, чем один. А один гол — это всегда любой случайный удар, какой-нибудь рикошет, и расставил твое преимущество. Напомню еще раз, что в Еврокубках ЛФЛ не учитываются голы на чужом поле, поэтому, по крайней мере, из победителя ты в проигравшего сразу не превратишься, но вместо победы можешь серию пенальти получить. Поляков. Бесчастных. А играющие команды, кстати, не любят серии пенальти. Правда, здесь все-таки две играющих команды, просто, наверное, ЦДК посильнее. Ну и я ЦДК, в общем, не то чтобы явно, но на самом деле на напряжении всего эфира так или иначе, наверное, критиковал в определенной мере. Но должен отметить, что на самом деле армейцы не явили худший образчик своей расхлябанности, какой они умеют демонстрировать даже вроде бы в важных матчах, на которые вроде бы настраиваются. Нет, ЦДК все-таки достаточно собранно эту встречу проводит. И поэтому...
тоже, наверное, матч себе в актив сможет занести, если доведет его до победы, пусть и, допустим, она в один мяч будет. Все-таки Пивдом — это очень сильная команда. И смотрите, как Александр Петров сейчас бьет. Вот опять же вопрос об одном ударе. Вот из ничего Петров просто принял мяч, убрал его в центр, и Саркисов там перед ним пластировался, но не сумел вступить в отбор. Петров пробил, и попади сейчас под дальнюю штангу, Горшков, который застыл немножко, он бы его не взял, этот мяч. И был бы... Счет 2-2 у нас. Вот оно, преимущество, один мяч. А еще целая игра на Северо-Востоке, на другом поле, которое будет для ЦДК неудобное, потому что он намного меньше. И уже, и по длине меньше. А Пивдом, на нем играть, в принципе, привык. Хотя часто играет он не на стадионе в Отрадном, а на другом. На стадионе на Дубнинской 36. Но я все-таки надеюсь, что на Дубнинскую 36 этот матч не поставят ответный, а поставят... Хотела сказать, поставят в Отрадное, но уже стоит он на стадионе на Дубнинской 36. То есть для ЦДК это будет, конечно, не домашняя игра, но это будет на самом-то деле территория Северного округа. Такие вот парадоксы. Ну а для Пивдома это поле все равно более привычное. Ну тогда вот размер поляны, наверное, значения такого не имеет особо, потому что... Ну, приблизительно одно и то же, наверное, Дубнинская 36 и Флотская. Сейчас я выразительно смотрю на Никиту, он кивает тоже так, в сомнениях. А фола здесь нет, по мнению арбитра, просто столкнулись сейчас Максим Кирсанов и Андрей Коряка. Ну, в общем, Коряка же не спорит, насколько я понимаю. Значит, наверное, действительно, фола не было. Ждет Дмитрий Ершов, пока замена пройдет. Михаил Сапранович уступит свое место на поле. Кому? Павлу Соколову снова. Он там незаметно у нас исчез и снова появился. Словно кролик в шапке фокусника. Ну, не в шапке, в цилиндре. Все-таки давайте. Давайте не будем, да, отходить от канонов. 3 минуты до конца основного времени. Развалилась игра на эпизоды. Даже не знаю, кому на руку. Но если ЦДК во что бы то ни стало хочет третий забить, то ему на руку вряд ли. Вот вижу я, Александр Туменко понял наконец, что больше он на поле не появится. И пошел, надел жилетку на свою форму. Но все-таки армейцы поторапливаются. Ну и Пивдом, смотрите, прессингуют. Ну а почему бы не пойти в прессинг в чужой половине поля, зная, что на своей все равно сидят 4-5 оборонцев, которые готовы в два эшелона выстроиться. Ну, а так вот ЦДК все равно есть, и Поляков бьет, но выше ворот. Там уже бежал назад Лоханов и накрывал практически. Евгения успел тот ударить без прямого сопротивления, но все-таки немножко помешал ему соперник, чуть вынужден был спешить. Ну, а вот это что за передача? От Пшеничникова он... так попросил Терентьева в следующий раз идти на мяч, но виноват здесь точно дающий. А здесь аут. Передача от Таланцева на Максима Кирсанова, но тут только что поле покинул, и сейчас за боковой находится. Вместо него Пшеничников в игру как раз вернулся. Мяч от ЦДК снова. Михаил Бесчастных тащит мяч. Но вот случай, когда, в общем, все могут быть более-менее довольны, и никто не может быть доволен на 100%. Парадоксально, да? Но ведь это про этот матч. Еще раз говорю, что ЦДК на победу наиграл. Но вполне мог бы рассчитывать на более крупный результат, чем победа в один мяч. Пивдом мог и не проиграть в этой встрече. Его едет по состоянию на данный момент как сторона, уступающая по сумме двух матчей. И это, конечно, минус. Но с другой стороны, опять же, мог проиграть крупнее. И в целом достойно смотрелся и сдержал натиск ЦДК. Ну а где-то армейцы сами напрощали соперников. И перед ответной встречей они будут менее явными фаворитами, чем могли бы быть по тому, как сегодня игра проходит. Козлов. В целом, вот по этой передаче можно понять, что ЦДК не прочь забить третий, но... В первую очередь, наверное, надо сохранить просто перевес. Саркисов, авантюрная передача на Коряку. Ну или такая передача отчаяния. Отчаяние от того, что не знает, что придумать. Вячеслав в этом эпизоде. Пас не проходил. А вот этот пас, безусловно, проходит. Умеет, конечно, Коряка открываться. Он как бы все время принимает мяч в свободной позиции. И никого нет рядом. Согласитесь, это мастерство.
поскольку не каждый может открыться вот так. Ну, а так как Коряк, по-моему, никто на поле из тех, кто сегодня присутствует, открываться не может. Но, с другой стороны, никто ведь и не выводил сборную России. Не помню, с капитанской повязкой выводил Коряк или нет, но уж ударной силой главной было ее какое-то время. Из-за футболистов этих команд за сборную России только Евгений Алдонин еще выступал. Вот он точно с капитанской повязкой команды выходил, но его сегодня нет. Без него ЦДК справляется. Таланцев на Павла Соколова. Получает мяч обратно. Ну а варианты какие? Ну, Таланцев может и сам пройти и ударить, но здесь не лучшее решение принимает. Правда, мяч все равно под контролем Пивдома окажется. Судорожно сыграли армейцы. Уже идет добавленное время. Кирилл Терентьев на Пшеничникова. Ну что, навал. Навал — это всегда потенциально опасно. И вот прострел в штрафную. Здесь Илья Горшков демонстрирует, что он все контролирует, что он не спит, что он на месте. Забирает мяч, бросает вперед. Дмитрий Ильшов, кстати, пока не готовится даже свистеть. Есть еще время на атаку у ЦДК точно. Поляков плохой пас отдает. Здесь не везет Корейке. Получилось ему между ног. Мяч прокинул Таланцев в подкате. И еще и начал атаку Пивдома. Кирилл Терентьев на Горелко, перевод. Саркисов головой играет. Горелко. И все. Все, ЦДК побеждает в первом матче 1-8 финала Пивдом ИКО со счетом 2-1. На 20-й минуте Андрей Коряк счет открыл. В начале второго тайма Андрей Горелко равновесие восстановил. Но Андрей Говоров на 49-й минуте принес ЦДК в этом матче победу. Вот так вот одни Андреи сегодня забивали. Впереди нас ждет встреча «Беда ФКСП». Включайте эту трансляцию, я для вас, Кирилл Разумовский, прокомментирует. Ну а я, Александр Седов, с вами прощаюсь. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания.